Здравствуйте, уважаемые друзья! Решила показать вам, как можно приготовить очень вкусный запеченный перец. Притом на приготовление я затратила, наверное, полминуты. Еле успела остановиться, не съесть все, чтобы показать вам. Это запеченный перец, который очень напоминает перец по-сербски, который я вам уже показывала, как готовить. Вот то, что у меня осталось. Перчик готовится ровно 10 минут. Это, конечно, скажем так, упрощенный вариант перца по-сербски. Даже вот, наверное, можно было чуть поменьше, потому что, видите, они у меня чуть ли не подсохли. Ну, вот такие получились. Но, тем не менее, мягонькие, вкусненькие. И, видите, они блестят. Потому что чуть-чуть я вот на несколько... Тут у меня, наверное, два перчика было. Смазала чуть-чуть мед, соль и растительное масло. То есть чайная ложечка меда, чайная ложечка растительного масла, капелька соли. Все это так вот перемешала, разложила в микроволновку на 10 минут. Очень вкусненько. С вами канал Сибирский сад. Продолжаем перерабатывать наш урожай. Сейчас дошла очередь уже до последних перцев. Более мелкие перчики, красненькие, желтенькие, я уже переделала на лече. Лече очень вкусное, но в лече добавляется морковка. Я взяла вот почему именно такие перцы. То есть они очень толстостенные. В принципе, вот этот сорт тоже, но у них гораздо тоньше стеночки. Вам надо брать перцы с толстыми стенками. Вот перчик у меня уже хорошо поспевший. Что мы с ним делаем? То есть берем наш перец, тщательно моем и удаляем плодоножку. Удалять просто. После мытья вы берете и вот таким образом надавливаете, сильно надавливаете внутрь, и плодоножка туда проваливается. Потом вы ее достаете и удаляете семечки.